Всем привет! Привет, ребята! Привет! Сегодня мы играем на своего любимого соседа! Да, привет, сосед! А тут есть... Там... Так... Да... Угу. Да... Там было похоже, там какие-то рисовалки были. Да? Сейчас посмотрим саму игру. Что-то мы уже видели в других видео. Сами не снимали, вот. Решили попробовать. Да. Да. Мальчик бежит. Наверное, тут реклам не будет. Как я понимаю, мы этим мальчиком будем играть, да? Да. Наверное. Я думаю, что да. Так, это обучение. Побежали. Так, так, привет. А где дом соседа? Наверное, мячик его укажет, наверное, дом соседа. Вот дом соседа. Там мальчик катится, видишь, он за мячиком. Вот там дом соседа, наверное. Угу. Вот дом соседа. Машина на заборе. Он, конечно, водитель хороший, похоже. А это похоже, вот он. А где ты идешь сначала мальчика? Ты смотри, там что-то происходит. Что же там такое? Он там дерется с кем-то. Он к нам не забежал. А мы хотим узнать, что творится. Любопытный мальчик. Он кого-то заперел там? Ой, как он переживает. Мы к нему, наверное, можем домой зайти. Ключик. Соседу дом. Наш, да? Да. Давай зайдем в наш дом. Я думаю, что мы можем. Там есть. Так. Угу. О, зашли. Ого, как тут интересно. Какой у нас домик. Вау. Красивый у нас дом. Угу. Красивый домик. Все такое голубенькое, красивенькое. Все как у мальчика. Какой-то я маленький, мне так кажется. Бананчик. Возьмем? Давай. Он немного взял. О, прыгаем. Прыгать умеем. Так. Что? А можем взять на диван? Что у нас на втором этаже? Наверное, спальня, наверное. Спальня же... Ой, мы что-то зашли. Нет, когда надо. Так. Где спальня? Вот. О, спальня наша, наверное. Да. Подожди, там была какая-то картинка. Угу. О, это... Family. Это какой-то плакат. Это его семья. Это... Я думаю, это просто плакат чего-то другого. Так, что у нас здесь? Что тут? Ой. Ой, вот. Стену зашли. Почему-то. Так. Тут еще одна спальня. Наверное, была спальня. Спальня. Что это? Семьи, наверное, его. Пока что, по-моему, я ничего не могу взять. Пойдем, да. Пойдем посмотрим дом соседа. Давай. Девушка. Что может быть лучше, как понаблюдать за соседом? Да. Красивее поспать. Так, вот дом соседа. Пошли в его дом. Так, что ж, тут ой.
Вот он. Бежим, ай. Бежим! Ай, нас поймал. Ай-яй-яй. Я опять. Но мы опять идем к нему. Да. Ой, сразу. Да, наверное. Моя очередь. Наверное, надо обойти дом с другой стороны. Интересно, если у него там есть дверь. Ой, убегаем! Сосед, мы просто зашли в гости. Да, давай теперь посмотрим, если у нас. Вот он, пошел домой. Он нас ищет. Он через стекло зашел. Он выбил стекло в своем доме. Зачем? Чтобы зайти, наверное. Наверное, так легче. А можем туда? Мне кажется, что это должно быть вот такое. Это полочки. Ой. Ой-ой-ой. Там явно можно куда-то залезть. Они не зря тут так стоят. Ой-ой-ой. Это сосед. Ну куда же ты прыгаешь-то? А, это ой. Сосед. Он сейчас у нас нет. Убегаем. Он нас чем-то кидал. Нет, он стекло мне напец. Все, все хорошо, все хорошо, сосед. Иди домой. Иди домой, соседа. Иди. О. Ой. Он спортом занимается. Ну какой спортивный сосед? Мы не можем к нему подойти, пока он... Ты так умеешь? Да. Да? Тоже тут спорт. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, давай-ка мы так попробуем его обойти. А, так. Давай. Ну, все, пошел. Хватит прыгать. Давай. Все, пошел. Все, вышел. Ух ты! Можем его отключить? Так. О! Отключили. Крутяк. Тут вот кабель идет куда-то сюда в дом. И мы там что-то отключили. Так. Так, чтобы соседник не давай посмотрим, что он тут. Ой, я включила тут. Ну чего он не мог взять? Я не знаю. Я думаю, что потом у соседа и найдет. Что соседа найдет? Буду подковать. Все, сосед, ты нас не видишь? Он меня через окно опять выпрыгнул. Вот он любит через окно прыгнуть. Ой, он рядом с нами. Опять. Соседа, успокойся. Все хорошо. Мы только в кости зашли. Не знаю, почему сосед все время не дает зайти в дом. А здесь ключик надо, да? А давай потом ключики, наверное, искать, если тут есть. А это что такое? Это шарик или что? Ой. Ух, какой. А это для боулинга мяч. Наверное, это коробка для боулинга. Так. Это веревка. Там где-то чуть.
Через стену? Так. Ключ. Давай, ключики. Так, это мы можем. Ой, нас поймали. Какой страшный сосед. Ага. А давай можем. О, где мы? Соседу. Где мы? Всех. Что это? Это, наверное, у нас. Страшно. Ой. Баба, колесо. Окно. Колесо прилетело. Давай через окно смотри. Тут сосед идет. Ой, там авария была. Я уже сразу сказал, что он плохой водитель. Что это было? А это было как видение. Мы видели, что случилось с ним. Наверное, это был сон. Ну да, или сон, или видение какое-то. Он опять где-то... Сосед, ты что ж такой? Как же к тебе? Почему ты так руками? Наверное, он не может выбрать, где тебе взять. Мне вот хочется туда залезть. Там что-то. О, а давай возьмем коробку. Вот такую. А потом поставим ее туда. Ой. И залезем. Мы можем залезть туда. Еще залезаем. Ой-ой-ой. Ну что ж ты? Заново. Куда ж ты прыгаешь-то, а? Ой-ой-ой. О. Вот залез. Да. А на крышу мы можем? Не знаю, но что-то даже попробовать. Ой, нет, мы не можем так сделать. Ну, а что ж ты не прыгаешь-то? Надо что-то взять, мне чтобы кажется, разбить что... стекло. Похоже. Зачем стекло разбивать? Чтобы мы могли дойти. Не, я хочу на крышу запрыгнуть. Чтобы ну ладно, посмотрим, что-то... Что-то посмотрим, что тут еще у нас есть. То... О, а это что? Что? Что это за клетка такая? Замок надо положить, что? А, здесь вот надо... Что надо, что? Да, нам надо вот ключ. Видишь, такое, чтобы открутить этот болтик и тогда... Угу. Ну, посмотрим. Посмотрим. А давай теперь поглядим за соседом. Ну, сначала попробуем залезть на крышу, а потом поглядим со соседом. Сосед бежит. Лучше этого не надо делать. Ну все, соседа, все хорошо. Все хорошо. Будь другом, ладно? Да, надо быть дружелюбным, что ли. О, а давай возьмем вот это. Мы, похоже, брать еще не можем. Мы проглядели что-то дома. Почему? Ну, как-то не дает ничего брать. Что же это может быть? Почему? Сиди, получится там опять кое-что. Ой, там есть ключик. Даже открыть машину можно.
Ой, он в нас этим ведром кидал. Сосед, ты что? Там, где будут наши вещи лежать, которые мы взяли. Давай-ка попробуем залезть к соседу наверх в дом и... Погляди, что там есть. Наверху. Хочешь попробовать еще залезть, да? Да. Нет, наверху в доме. Опять что-то спрятали. Сразу вперед, потом по лестнице, чинг-чинг-чинг, и наверх. По какой лестнице? Да. Где лестница? Я не знаю. Что? А когда... Когда как? Зайти к нему. Ой. Наверх. Ой-ой. Ой-ой. Ну, сосед потом опять уберет. Это был не я. Это был сосед. Бежим, бежим. Как же от тебя убежать-то, а? Ой, здравствуй. Здравствуйте, мы просто, просто проходили мимо. Оп-оп-оп. Тут оп! Через забор. Так. Так, 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 так. Что это? Ой, опять он где-то. Ой, у нас помидоры покидал. Это помидоры были? Да. Ой, ой, кирдой сюда тут. Клим. Все, где ты? Это клим. Все хорошо. Все, все, а давай зайдем в клей. Это клей? Да. Мой, он тает. Угу. Он тает, похоже. Да. Тает, тает. Все, клей не больше. Ну, сколько я вижу, тут такое, вот такое интересное место. Вот это, где можно... Залез к нам, я думал, он не сможет залезть. Ах ты какой хитрый. Он, наверное, там тренируется, вот почему ему просто динь-динь-динь и все готово. Да, такой натренированный сосед у нас. Ага. Он, наверное, опять не будет помидоры кидать. Ой. То он прыгает чуть-чуть, то он прыгает на 2 метра. Какой-то странный. Мальчик. Да. То он не может попрыгать, то он прыгает как этот самый. Обезьян. Прыгун, скажем так. Так. Вот и второй этаж. Еще одна. А, все. Туда, то надо разбивать стекло, значит, чтобы залезть. У нас нечем разбить стекло. Попробуем что-то взять. Так, давай.
завершим это видео. Мы вот посмотрели, что в чем. Ну тут очень много всяких этих загадок. Где, как залезть, что найти надо. Наверное, надо будет. Мы тоже посмотрим еще, поучимся, что и как тут делать. Да. И снимем второе видео, да? Да. Твой интересный такой сосед. Ну да. Надо нам как-то разобраться в этом деле. Что ж там и как. Так, ладно. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Little Bun TV. Всем пока-пока. Всем пока-пока.